На стадионе «Красная звезда» состоялось официальное открытие юбилейного 10-го турнира по зимнему мини-футболу на кубок компании «Оша» памяти Александра Веретено и начало второго группового отборочного этапа. В нынешнем сезоне рекордное количество участников – 94 команды, 18 из них – сборные районов Омской области. Родоначальник этого турнира, я думаю, заложил прекрасную традицию, и мы теперь с вами имеем возможность принимать участие в этом прекрасном турнире. Эта традиция продолжается, продолжается компанией, которую основал Веретено, продолжается такими же неравнодушными, как он, людьми. На предварительном этапе из сельских команд самыми сильными оказались сборные Азовского, Селькульского и Таврического районов. Случился и прорыв года. Впервые за всю историю турнира в число 22 лучших была зачислена команда Марьяновского района. Это говорит уже о развитии футбола, о качестве игры. И попасть, чтобы вот в основную сетку, это дорогого стоит. Не так просто. Проходных игр практически нет. У нас на турнире практически в последней игре, в последнем туре, решилась судьба и четвертого места, и распределение мест в первой группе с первого по третье место. На втором этапе второго отборочного тура, который стартовал в субботу 26 ноября, определились потенциальные лидеры в каждой группе. Это команды, которые смогли одержать по две победы. Оша, Дарина, ОНПЗ, Дискавери, Марьяновка, Локомотив, Ютон и КФК. Но окончательные итоги второго этапа станут известны не раньше 11 декабря. Третий финальный этап пройдет в середине декабря. На 25 число запланирован финальный матч и матч за третье место, награждение победителей и призеров.